какой-нибудь. Вполне. Басай какой-нибудь. Вроде я готов. Если день рождения, поздравляю. Молодец. А у меня нет. И еще мы нет. У кого день рождения? Ну там в чате. У зрителей. Mm-hmm. День рождения. Поздравляю. От всей души. Что у тебя, кстати, завтра? Завтра еще одна попытка на вырывание зуба. Блять. Там уже видно будет. Ну, блять, я не слышу ничего. Сейчас я... громче сделаю. Бля, я думаю, все-таки без музыки, ребятки, тяжело. Тебе не слышно ни хера. Еще Сёма игра, и как бы и голоса мои. Ебать, у тебя и костюм, пиздец. Голоса в моей голове. Поэтому думаю, нет смысла. А я ничего не могу взять, это эти пистолеты, по-моему, да? Эту хуйню тоже не могу взять. Так. А, блять, не то. Come on. Да еще на YouTube будет залить. Come on! Come on! Ух, ебать! А что нибудь приватный пиздец? Нет, типа дохуя. Это нормально все? Я наверху смотрю. Че? Говорю, нормально у тебя все? Я тут наверху смотрю. Че, плохо тебя слышу. Плохо? Так, подожди. Сейчас погромче сделаю. Микрофон лучше подниму. Сейчас. О, я наверху, если что. А, да я тут ходил бочку разбивать. Или нету что-то пауков, пауки или я вроде бы. А, их всех убил. Привет, ребятки, зашел. Может даже получится сегодня ее пройти. Тут осталось половина. Того, как мы играли. Мы же тут мы еще и научились как бы играть. Мы же не будем так с динамитом, да, как в прошлый раз. Ну все нормально? С динамитом, кстати, нормально было. Да. Мне больше с мостом нравится. Come on, come on. Шева, 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 come on. Come on, come on, шева, шева, шева. Бабки пропускаешь, блядь. Come on, come on, шева, шева. Come on, come on. Че, как тебе костюмчик? М? Как тебе костюмчик? Отличный. А тебе за что его дали? А, я не помню. А, все медали ты в БСА собрал. Такие синие, короче. Да, мы с каким-то чуваком, короче, проходили на профи. Он там настолько все знает, что я просто охренел. А, ну ты рассказывал, который все знает, где что висит. У меня какие костюмы есть. Чё? У меня какие костюмы есть. Стрёмные. Блять. У Криса этот Старс костюм есть. А? Но он такой, не такой, который Старс этот, третьего резидента, какой-то, блять, военный Старс, короче. Блять. Старс же это, по идее, вообще гражданская служба, они же не вояки. Ебать тут бабла. Забирай. Контрольная точка, ну все ясно, сейчас пиздец будет. Граната. А, и патроны мне.
Блять, слишком разумные зомбаки, пиздец. Они двигают что-то. Нормально реагируют на вещи. Не такие тупые, там, как в фильмах или в первых частях. Так, нас разделили. Мне страшно, я вообще не люблю в такие игры без напарника играть. Я тебе помогу. А, ебать. Ты мне нужен здесь. Ты вообще как-то можешь пройти, нет, ко мне? Да, 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 все, я иду. О, хорош. Ебать, я убью его. Я что, даже не видел. О! Все. Бля, у меня автомат вообще нормально стал стрелять. Прям. Нихера себе, ты со снайперки там. Иди, иди ко мне, открой ящик. Я прикрою. Да, ты же там тоже можешь ходить уже, все. Может, встретились. Тут этот еще. А? Грабхились. Я не знал. Ты меня не похилил. Трава есть. Трава валяется. Да, я думал, ты сзади тут бежишь. О, мумия с крокофаги, может, это место какой-то могильник. Как сейчас хилите? Можно? Да у меня там почти ничего не было. Погнали этот. А, тут еще один. Ебать. Come on! Come on! Ебать денег. Все в дробовик отдам. Ну это просто я сейчас, возможно, на два дня вообще на выходных пропаду, у меня там квалификации по гвинту будут. Они будут длиться часов, наверное, по 8, по 9. Потому что там игры долгие, 8 игр и все долгие. Думаю, хоть пятницу потусить, людей живых увидеть. О! Я пойду суну гляну. Рубин. Сзади, чувак с копьем. Ай! Сука! Убей его! Помоги! 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 Кидыки. Не скажу. Я вообще всю информацию о турнире буду в группе отписываться. Ну, естественно, стрим не пущу, блядь! Помоги! Потому что не хочу, чтобы меня что-то отвлекало. Не знаю, я думаю, Нильгард не буду брать. Мне не нравится. Как он себя показывает в последнее время. Стримить я не буду. Я не повторю той ошибки с Хэса. Зотоком. Нихуя себе ты. Ебать. Еху. Она у тебя так жестко пробивает? Но. Прям вообще по щам бьет нормально. Штука кувшинов. Нет, не, сюда. Давай. Чё, куда? А чё, тут будет босс? Нет, там надо будет забежать, короче, в ту дверь. Стреляй сейчас по этим, по камням. Так, огненным. Ладно. А кувшины не нужны? Не. Кувшины потом.
Я. А я не прошел. Или хватило одного? Нормально, нормально. Я по этим бил. Куда ты патроны тратишь? Ты что? У меня что-то пятихатка этих патронов. Ну я тебе не буду туда давать. Пятихатка у меня патронов. Тогда ходил, меня останавливало, что не пошел там за 10 минут до какой-то херни, а тут просто так разбазариваешь, ну ясненько. А, когда это, что да, у меня типа в стак не вылезало. Нажрался. Так, как мне посмотреть, что у меня в инвентаре-то? На Е. А, Е, точно. Да. Давай мне патроны. Ну, конечно. Давай, говорит, отдай мне вин... А, подожди, на тебе еще. Ты уже бежал, винтовочный еще хотел тебе дать. Да. Еще. Все, держи. Погнали. А с ботом как это получается? Как он знает, что какие тебе патроны нужны, какие нет? Или ты сам можешь брать? Ну, мне бот нормально дает нужные патроны. Так, это ложечка. Все, погнали. Сейчас бежать надо будет. Там, кнопки тыкать. Я не то нажал. Ты был мне как брат. Пиздец. Я не хотел. Я же нажал! Блять, да я нажал на В! Крис. Так, все, сейчас я не проебусь. О, господи. Ой, господи, эти эффекты. Привет, Дэвид. Тара-тара-та. Надо зарядить полностью. Я тяну. Давай. Блин, мне вот сейчас не нравится вот этот. Самый назящий уровень, да? Почему? Сейчас бегать. Там включи, тут включи. А что тут вообще, в принципе? Долго он будет продолжаться? Довольно-таки долго. Пиздец. Тара-тара-та-та. Тара. О, сюда. Сто патронов, 110 в обоими. О, гранатомет, все. Сюда. Гранатомет? Да. Здесь. Я не знаю, где ты, но тут ящик с гранатометом. Дробовик, наверное. Да? Возьми. Точно дробовик? Гранатомет написано, нет? Ну, бери в любом случае, я его не смогу взять. Но... Да. Ну, это как у меня. Я им все равно не буду пользоваться. Почему? А тут да, надо тянуть. Ты где там? Ясненько. Сейчас, погоди, тут не все сразу.
что ты там делаешь? Что-то важное? Что-то нужное? Все, все, я уже буду идти. Ну я с другой уже стороны. Иди, стой. Come on! Что-то где-то открылось. Я так понимаю, оттуда сейчас кто-то еще и полезет. Come on, come on. А, во. Вот оно, вижу. Тара-тара-тара-тара. И тут тоже надо дергать. Бегу, бегу. Ха! И сундучок. Я что-то взял. Привет, Жека. Бум. Блять, это мой любимый в игре, как они друг друга подгоняют. Сюда, сюда. Или не сюда. Куда? А, вот. Да, 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 да. Жрать пришел. Да, я не ем, пока не стримлю. Как только подрубаю, я сразу жрать начинаю. И там повезло еще не видеть, какие бургеры какие-нибудь ем, блядь! Я как-нибудь думал сделать им контент на YouTube. Приехать в Макдональдс и пожрать его прям на камеру. Free number nine! Как там было, блядь? Two number nine! One number nine! Eight large! Big smoke! То есть из Макдональдса мне реально влезет, наверное, Big Tasty один. Средняя картошка и, думаю, 6 наггетсов. Вот. За раз я смогу осилить. Блядь, что происходит? Как их разрывает так? Что с ними делаешь? Или это тот чувак? Это да, ну у них бомбы, наверное, есть или что-то под динамита. Сколько крыльев ты сожрешь? За раз? Он прям вот просто сел за ведро и начал жрать. Ну, блядь, наверное, 20. Я полное ведро не съем за раз, за один присед. Если с перерывами, то скорее съем. Жрать, да, я прям инстаграмом залью. Зачем фототь, когда можно снимать, как ты жрешь еду в инстаграме? Вот это норм. А крылья нет, без костей, нахер мне кости это жрать. Я пока жить хочу. Ну, обгладываю нормально и все. Потом следующий. Кстати, вот в пятницу мы взяли с Владом ведро, ничего, нормально. Я думал, мне в субботу будет пиздец. А, я даже... Мне было не больно. Я не обещал, это была первоапрельская шутка, лол. Всем скажите, разыграли кто-нибудь на 1 апреля? Нет, слава богу. Нет? Ну ладно. То позвонит родители, скажут, ты приемный. И все. Как Протасу, например. Мама сказала, что я приемный. Че, иди, короче, вон тут. Дергай. А, вот здесь? Да тут. Может еще видос, как я эту медведя наебашу, да? Я тебя подгоню. Паучки! На мне паук! На мне паук!
Все, мне тебя не спасти. Все норм. С тобой что там? Ты жив? Да, да. Есть кто-нибудь еще? Не. Да я пока тебе смотрел, пытался помочь. У меня трава, если что есть. Так, я тяну. Тянуть? У меня еще корефан. Я там спас тебе. Я чувствую, музыка осталась. Все противники держат 20 ударов ногой в голову. Я сегодня играл, блять, я подтвердил, доказал это фанки. Там был пиздец. Там причем попался чувак какой-то. То есть я ходил в этот карьеру, у меня подостался чувак, который просто не могу выиграть. Раз 20 висил. То есть, короче, вчера после стрима я пошел играть просто за персонажа. Взял Макгрегора. Подумал. Пойду с кем-нибудь постреляюсь. Ну, пострелять, говорю, поборюсь. Нашел какого-то ударника. Запустил на нормале, выиграл. Запустил на харде, выиграл. Запустил на про, и раз 6 там выиграл. Просто в первом раунде от мудохов. И тут я в карьере думал, ну все, понял игру, отлично. И тут я в карьере дошел до того, что просто какой-то чувак попался, жесткий борец, который прям постоянно под ноги там падает, как-то пытается закрутить, и я не могу выиграть его. Че, я ранее на джойстике? Зачем? Там бабки были. Я взял. О, красавчик. Че, вниз идем, да, или куда тут надо? Да, куда-то вниз сюда. Пять патронов всего. Ой, что-то у тебя хп мало. Да я еще живой, я все живы. Вон, я иду за тобой, да, я тебя похилю. У тебя есть чем похилиться или мне тебе? Не, у меня нет. Иди сюда. Не, патронов на нету на этот. На автомат. Ну ладно, да, у меня есть. Давай. Зато от дробовика сколько? Ну да, я только дробовиком могу. Ну, это вообще, короче, психа жесткая игра, мне очень понравилась. Я прям вчера сидел и изучал. Все вот эти ловли ног, там, после серии удары, еще блоки, ворота, очень круто сделано. Но у нее скилл кейп очень высокий, чтобы нормально играть, прям нужна хорошая реакция. Я тупо не успевал бы ее рожу принимать, и этот... И блоки ставят на лицо и на тело. О, опять это что ли? Ну, вот реально. Так мы же да уже... Нет, можно убежать, можно убить, но я думаю, мы же крутой парни. Ага, ну что с ним делать? Ай! Ай! Ты не попадаешь. Я пытаюсь вырваться, я не могу. Я пошел отсюда. Я перезаряжусь. Да ёб твою мать, да что такое? АД, 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 блядь! Все? Все, мощами наваляли. Подожди, дай я побрызгаю нас. От комаров? Да. Ай! Хотя бы так. Слишком умные зомби. Тут как бы можно от нее там убегать. Там всякие кнопки нажимать. Ну мы просто ее уебали, блядь. Просто пиздак разнесли. По-пацански.
Че, ты сбить эту синюю хуйню? Тут вроде где-то есть. Где? Вон, там еще камешки есть. Драгоценные. Ну, сбивай. Давай так, я сбиваю, ты бежишь. Ага. Я все, я сбил. Нееееее, да нахуй его, долго. Пошли дальше, я так всех убью. Видал, как мы убили эту летучую мышь? Я, блядь, с дробовика прям бам-бам-бам. Come on, come on, Shiver, hero, hero, come on, Shiver, hero, 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 come on, Shiver. Оба-на. Злые русские. Это Вескер? Что ему колят? Да. Что ему колят, бля? Героин. Амбреловский. I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world. I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. Он слишком крут для баб. It appears your old friend Chris Redfield has come to pay you a visit. Надеюсь, мы не будем с ним драться, мы же не выиграем, блин. Ты же помнишь этот Резидент пятый фильм? Ну. Где этот? Где Скофилд или кто? А, четвертый. Да, где Скофилд. Ну. Ну вот, короче, тут. Они прям конкретно сбаянили, короче, в фильме с этой игры. Ну, тоже корабль же, по идее. Это корабль? Нет, это же там могу... будет, короче, и корабль, и прям сцена файтовая. Чисто вообще прям один в один тупо в фильме с баяни или с игры. Ах, они суки. А музыку не взяли с РПЦ? Ну, который там аутсайдер там. Disconnect and self-destruct one bullet in a time. И этот Скофилд такой орёт там, нет. А! Точно если у меня выше, если что. Ну, я как бы просто не старался, дал тебе фон. Да, да, да. Что там сокровище-то? Ебать, мы тут всяких алмазиков нахватали. Надо все. Даже не С. В смысле, даже не С. Даже не С. С надо заслужить. Это С. С это С. Это значит супер. Суперабл. Даже. Господи, сколько этих алмазиков. О. 10 тысяч стоит. Обосраться. Есть кнопка В продать все. Блять. Почему мне об этом никто не сказал? Я вручную сидел, продавал эту хуйню. Да. Неплохо, неплохо. Эти замуты. Где? Блять, я 5 часов стрелил в прошлый раз. Где ты был? У меня есть для Криса пулемет Гатлинга. Жалею, тебе дать не могу. Гатлинга? Тупо пулемет. А? Гатлинг? Нет, да. Спасибо, я не пулемет хочу. Пулемет Гатлинга. Да. Патроны. Я готов, короче. Ну, погнали. Гатлинг. Мы не купили спрей. По-моему, нам пиздец. Граната. Автомат.
Я тебе гранату потом передам, при случае. Ах, не успел. Короче, сейчас вот это... А. Что? Это загадка? Загадка? Сейчас, ну, короче, сейчас увидишь. Слишком умный зомби. Слишком. Ебать. Надо успеть. Охуенно сегодня, просто заебись. Вот это ты жаднич. Реанимация на. Ну ты даешь. Я, короче, с чуваком играл, он как-то отключал их. Кого отключал? Зомби? Нет, не зомби. А, вот этот луч? А, луч этот. Я, короче, не знаю, как это делать. Ну я пошел дальше. Скорая помощь пришла. О, заебись. Я немного занят. Блять, ничего не вижу. Ебать. Винтовочные патроны, винтовочные. Ебать. Да. Туда же. Охуеть. Алло. Еще винтовочные. Бам! Ты еще гранату кинул? Нормально. У меня у дробовика тут 40 патронов, ты гранатами разбрасываешь. Или это они что-то кидают? Патроны пистолетные. Я не думал, что наверху тоже будет. Что-то зря мы это сделали. Зря я спрыгнул. Ну, этот патрон на пистолетный пропустил. Все, а ты там дальше через луч идешь, да? Пиздец! Ебаный в рот, блядь. Охуенно! Иди ко мне! Иди сюда! Сейчас меня убьет. Нет. Идем! Сюда, 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 не жадничай. Так, там еще, там еще. Пистолет, 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 пистолет. Это вообще пистолеты не меняются, у тебя тупо на всю игру? Нет, тут много разных есть, я просто с одним хожу. Так, подожди, нет, страшно, 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 Сёма! Сёма, страшно же было! Нормально.
Пиздец, блядь. Пиздец. Я не думал, что оно... Ну ясненько. Ну ясненько, Сёма зафейлил, понятно. Ну как бы, да, все из-за меня. Ну ясно. Я не могу улучшить, да? 4000 надо. Ну, в следующий раз так, типа, поаккуратнее. Не, ну я тебя спасал. Ты два раза попал, но... Я так и понял. Ты два раза и попал, не надо тут. Погнали. Не, подожди, тут еще надо разбить. Во, слиток. Готов? Нет, сейчас подождем еще. Гоу! Вон тут внизу что-то есть. Сёма, ты где там? Да пиздец. А где? Ёб твою мать, ты чуть со мной-то не побежал. Да, надо их как-то научиться отключать. Уходи. Да, заебись. Отключаем. Что делаешь? В кого куда стрелять? Выстрелить надо, чтобы, короче... Куда выстрелить? В сердцевину? Я не помню. Да я туда уже раз пять попал. Ну да. Ладно, погнали дальше, похер. Погнали, аккуратно, там опять лучше. Ну Сёма! Да, опять всё из-за меня. Сложный уровень, слишком сложный для нас. Да так. Ненавижу, но. Поехали. Загорается. Я уже внизу, если что. Ёб твою мать! Да что ж такое? Я не знаю. Сёма, пожалуйста. Блять. Я не знаю, я трою, короче, на этом уровне всегда. Это же, блять, почти как этот... Сайдсклоуз, кроллер. Все, погнали. Бам-бам-бам, бежим. Сейчас налево. Похуй на них, тупо лево. Бам, траву берем, спускаемся вниз. Сейчас луч пройдет. После луча бежим. Луч проходит, бежим. На серединке заходим. Блять! Бежим дальше, бежим. И вот я внизу. Ты, кстати, не туда прибежал. Почему? Надо было прямо. Да? Ну, короче, надо, ну, налево тоже надо. Ну, прямо тоже надо. Ну, не вопрос, сейчас добегу. Я не знал. Все? В. Так, и что мне делать? Отстреливать тебе, помогать? Ну, да, ну, да, в принципе, их самого. Там у тебя, наверное, тоже друзья будут. Ну, что-то я не вижу пока. Я вообще не вижу никого у тебя. Вон там к тебе Корефан с этой дубиной большой побежал. А, он вижу. Блять.
Как его убить? Все, убил. Что теперь надо? Теперь туда направо, куда я первый раз пошел? Вроде да. Так, жди, 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 жди. Пошнали, погнали, 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 погнали. Все, заходим, заходим, заходим. Погнали. Тут ничего нет. Нет, тут есть. Бомба. Нет, я зайду сюда. О, хоть точка контрольная. Одна, короче, еще осталась. А, это? Пиздец. Пиздец, я бегу. Бам! Следующий. Бам! Тут патроны винтовочные, там, хуёвочные. Мне надо еще использовать и тебе передать кое-что. Пошёл отсюда. Бам! На. Всё. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай. Я ему прям по шарам, нахуй. Нихуя ты. Все. Сзади еще. Что, ну, в шефке таком наряде, ну, решили, что так больше. Блять! Я забыл. А куда идти теперь? Прямо? Да вот, сначала сам. Пиздец. Мне агония. Мне агония, нахуй. Сзади чувак с копьем подошел, мне ёбнул. Все, конец. Надо карту было подрубить. Крыс! Ваня, Ваня. Да, блять, да я откуда знал, то я... Знаете, патроны. Какие патроны? Дробовика. На. На тебе пистолетный. Я готов. Надо снова идти. Куда идти? Опять? Ну, не то. Сейчас я их всех убью. Автомат. Пистолет, пистолет. Где там этот здоровый? Бам. О, бежит, бежит с факелом. Какой-то пидри. Сюда, блять, пидор с копьем. Все подобрал, там пистолеты были. Да, вроде, о, да. Привет, лост.
Сзади, 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 сзади этот муталиск. О! И еще вот этот вот скопье меня в прошлый раз убил. Все. Музыка закончилась. Надо бы обратить на это внимание, что... Сейчас оно пробьет. Так, а в какую на сторону? Обратно возвращаться? Ну, к той двери, наверное. Да, мы тут решили в Resident поиграть с другом. Мы сделали это. А мы отсюда уходим или мы, ну, с этого подземелья или как? Не, еще не уходим. Ой, я уже испугался, сейчас будет опять лучше. Там, Дим, что-то Михаил хотел по стрифе с тобой поговорить, я не знаю, то вышел, не вышел с тобой на связь. То мы-то, Саша, поедем. Ну, я если не пройду на турнир в Польшу, то я-то еду. А если пройду, то не еду. Как-то так. Ну, там Влад будет, собственно, Штан, все хейсеры. Акул еще будет уже знакомый с Фифой. Та-та-та-та-та-та. А, я так понимаю, к лучам нельзя прикасаться. Да, вроде бы. Держу в курсе, да. Ок. Я думаю, что тебе надо разгадать эту загадку. Ты же скажешь, что поедешь, так что знаешь результат. Я им даже говорю, что еще не факт, что я поеду. Потому что... Заебись. Заебись. Отлично, все. Потому что все зависит. Я говорю, в понедельник могу точно сказать. Как зависит все, как я квал отыграю. Ну все же знают, что я отыграю квал отлично. Может, не вообще не заходи в ту комнату? Там наверх тебе надо встать. Ладно, сейчас встану. Так, все, пропустите. Где пьедестал? Блять, не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Где пьедестал? Во-во-во, вижу, ты так отбегаешь сейчас. Сейчас, ничего не крути пока. Подожди. А то меня опять разорвет. Камон! Да все, все! Заткнись, камон, камон. А что, мне туда идти? Я боюсь. А вдруг ты сейчас что-нибудь повернешь что-нибудь? Все нормально. Как ты сейчас знал? Еще два уровня. Еще такая же херь? Я не хочу. Подожди, стой! Мне страшно. Куда? Наверное... Блять. Давай. Нет, что ты не то это делаешь. Надо же, чтобы он ту хрень зеркальную. Может, отсюда он туда? Вот где угловая вот эта хрень. Вот угловая, смотри, хрень. Вот туда прямо, видишь? Нет! Что ты? Вот видишь, преф не получил и забайтить на разбан, сорян. Привет, утка. Блять, а чё у них такое положение странное? То есть только так или вот так? Сёма, ты же проходил уже эту игру. Поверни сюда, да, вот в этот луч. Вон ту угловую, наверное, поверни. Вот которая там. Мы чего выпустили рекламу жилец киберспортсмена, у которой даже щетины нет?
Ну, даже не знаю. Что, получилось? В лифт можно идти? Да. Получилось. Только мне надо понять, как туда про... А, ну вот, я здесь пройду. Блять. Да сейчас. Меня тоже никого не разбанивал. Я что на Рухабе ХС стримил, что на Старладере. Разбань, пожалуйста! Я сказал, что вы все уебаны и уебки. Но я же не виноват. Разбань мне, пожалуйста. Подожди, дай сундук сначала подобрать. Не бей меня, пожалуйста. Подожди. Да его нельзя подобрать. Как нельзя? Блять, тут ничего. Ну понятненько, есть. Ловушка. Помогай. О, господи. О, боже. Все. Как? Да ёпты! Они на твоем канале. Мне в личку просишь, чтоб я разбанил. Кто тебе будет обращаться? Тебе даже за модера никто не считает, лол. Тут только я баню. Единственное, кого-то можешь банить, наверное, или банил, это росанганца, больше никого. И то его в твичи еще потом забанит. Патроны с картечи давай. О, тут что-то есть. Тут. Да, есть. Да. О, росанган здесь сразу. Он пришел на зов. Кого тут не забанили? Я не слышу, там что-то нонсап говорит, плохо слышно. Блять, я уже боюсь только шутить, и то так же обижу, как и ачивмена, и все. И плюс один к хейтеру. Знаете, от фаната, от, нельзя здесь фаната, от зрителя к хейтеру, там очень тонкая грань. Буквально чуть-чуть обидеть, чуть-чуть пошутить или как-то... как я даже не знаю... Оскорбить его чувства, ну, и все, пиздец. А где вообще стоял? Я сейчас с краю стоял. И все, он тебя ненавидит. Я не забуду того модера, которого я разбанил. О, которого я лишил модерки, который ходил на 5 каналах на меня срал. Какое плохое. О, подожди, я тебе... Че, он сдался? Нет, он не сдался. Нету, ее не будет, думаю, на нашем стриме больше. Переживаю за отношения Вани с Ачивно больше, чем за свои. Он пошел искать стрим, где его будут любить. Где его будут как уважать, как он выразился, уважать. Ну-ну. Сейчас я улучшаю. Давай. О, это рухабовские смайлики такие. Что-то даже не видел. Я готов, все. Нашелся другого стримера. Да. Да, я думаю, Саша к чатике у Тварины очень любит анимешные картинки. Пусть попробует там. Слушай, я... Давай не будем открывать сундук, как ты думаешь. Потому что там все равно ничего нету. Так, давай я какой-нибудь встану. Блять, я боюсь, пиздец. Вот сюда встану, мне тут точно ничего не сделать. Я за столбом. Да, можешь у Сильвера... Ух, ебать. Будут ее уважать, я не знаю. Правда, там чат вообще не знаю, как люди друг друга отличают. Да почему, нахуй, почему? Я же стоял за столбом. Давай, короче, ты крутить будешь, я буду стоять. Блять, нет, я сейчас нормально встану. Я сейчас нормально встану, обещаю. Все. 100%. Все. Вот здесь меня точно ничего не ранит. Я бы тогда в сторону отошел. Я тебе отвечаю. Иди крути. Я не шевелюсь. У нас еще соевый соус остался. Кстати, вот сушевок вроде сеть такая большая. Видишь, меня не убило.
прикольная тема. Я вот после тренировки приезжаю жену с работы отвозить, а там прикольные воки у них, мне прям так понравились. Там прям с свининой, с овощами, с шампиньонами, с сыром. И рублей 300 всего стоит, здорово причем так. Ну я прям наедаюсь им. Сравните, или если я едаю Big Tasty с большой картошкой, или я вот вокси, да, и наедаюсь одинаково. Причем после тренировки. А после тренировки, если перейти зайти в Макдональдс, я, может быть, даже два Big Tasty съем. Сёма, скажешь, когда можно идти? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу отсюда. О, изи. Все ясно. А, да, спонсор сегодняшнего стрима какая-то там сушатня. Какая-то сушатня. Жри суши. Ты что-то надо? Я ничего не вижу. Не. Не, Пашек все зашел. В Воке уже перелихал, на долбанную коробку уже маленькая стала. Раньше под грамм 300 было. Бля, я не знаю, я прям набираю их прям туда. Может быть, у нас прям трамбуют. Ну прям, прям дофига всего. Яйца, яйца, яйца. Вроде она выглядит маленькая, но ты открываешь, и там дофига всего. Ну это просто, чтобы жена с работы не приходила, тут не топталась. А я же не готовлю сам себе, я же жить хочу. Поэтому я вот после тренировки захожу в этот вок и вполне был удивлен. Обычно такие сети разочаровывают. Нет, хули, завтра у меня выходной, в субботу у меня турнир по гвинту, в воскресенье, возможно, тоже. Я думаю, в 2023 году, во вторник, в мае, у меня будет время на стрим по ХС. Да, надеюсь, к этому времени будет контрольный метод. Блять, подожди, стоп, куда? Блять, давай сюда спрячусь, короче, вот эту хуйню, сейчас. Да ты вон туда иди. Куда? Вот, куда я управляю. Куда? Сюда? Нет? Нет, дальше. Дальше иду. Вот, да, туда. Блять, ты меня лучом убьешь. Ладно, я спрятался, все. Давай. Так если ты еще соус, утром можешь заказать, как он капец, какой сытный. Ну вот у меня целая бутылка осталась, всего две суши взяли. Ну что там есть? Сёма, ты слишком долго разгадываешь загадки. Мы так не договаривались. Мы можем. Ты можешь попробовать? Нет, мне хватило уже загадок. Я не помню нахуй. Я хотел вам ролик сегодня сделать. 15 минут я же делал в Вегасе, но не стал выкладывать, боялся, что пуканы сгорят. Обзор. Пока Сёма там разгадывает, как может вам покажу даже в Вегасе. Обзор ХС от меня. Сейчас. Запущу Вегас. Прям что-то сидел и... Блять. Почему он не работает? О. Конец. Все, вниз. Вань, привет. Чуть не потянул, что играть гвинту, думаю, скрафти легендарку. Ой, я не знаю тоже. Какую мини-гвинту? Срочно ссылка на Вегас, я не выкладывал. Блять, наконец-то. Я боялся, что там промнут пуканы и скажут, опять ты обсуждаешь нашу игру, не лезь туда, ушел, не возвращайся. Значит, нет, вернись, но не вернись. Ну, если вернись, но не сри. Ебать, что это за цветы? Так это могила? Откуда же взял-то гей? Там же какая-то карта была. Гей, что-то... Не помню. Я прям видел этот гей. Привет, Мимиква. Блин, вода затекла.
Я так понимаю, это будет цветочный монстр, да? Нет. Мне всегда тяжело, даже в хейсе когда задавали эти вопросы. Я обычно всегда звучал Сильвана. Потому что она во многих клонах играет, теперь ее брали, и даже не знаю, как что отвечать. Вот в хейсе такое, тяжело сказать. Пройдено 4-2. Вот это точность у Криса, я в шоке. Даже ничего не скажешь про эту точность. Ну, я просто устал. Просто я с работы пришел. Сказал бы, не знаю, там завтра, может, поиграли. Откуда я же знал, что ты уставший. Блять. Можно как-то его удалить? Да, вот так удалить. Па-па-па-па-па-па-па-па. Столько времени бы сэкономили, если знал, что можно было продать просто все. 150 патронов. Все, я фул вкачал MP5. И сейчас, по идее, новое должно показаться. Я готов. Да, эх. Answers. I need answers. Ничего тут крутить больше не надо. О, это какой-то бункер. Я потом сделаю ролик, когда выйдет мета. Опять все будут орать от канцера. Я сделаю подобный ролик и повеселюсь. Подорву пуканы. Да, почитаем. Угу. Я почитал, отлично. Добрый вечер, господа. Привет, мы в резик на стриме играем сейчас. В резик? Да, 5-й. Ничего себе, хорошее дело. Резик. Ну, вы же нас не зовете всяких Half-Life, вот мы одни пошли поиграть в резидент. Привет. Единоличники и игнористы! Ну, я не знаю, что это. У нас там два этих еще эпизода впереди, присоединяйтесь. Да не ладно, нет, мы тут поиграем, даже все. Но... Да, действительно. Пусть там два эпизода, сами проходите. Просто два, осталось всего два. Не, еще как бы оригинал у нас. Не закончен. Вы в смысле, какой Half-Life играете? Обычно второй. Второй? Угу. И как вы в него играете втроем? Ну, так... Там типа специальный мод, который усиливает врагов и количество увеличивает. Можно до 8 человек типа хуярить. Там пиздец в месте, где, короче, с турелями надо защищаться. Лучше бы в Диабло пошли и поиграли как раньше. Ну, в Диабло. Тебе же нравилось. Легко, легко вообще. Но Сёма отказался в прошлый раз. Ты отказался, Сёма? Нахер у меня кровь из глаз бьёт от играть. Ты чё, Сёма, ты сказал? Это же Диабло. Нет, третий не пойду. У меня кровь из глаз. Я тоже не хочу, это ну нахер. Кровь из глаз от сисек Диабло. Я не хочу. Сиськи. Вторая нормальная.